При работе с контейнерами часто возникает ситуация, когда нам нужно взять элементы некоторого контейнера и обработать каждый элемент этого контейнера некоторой функцией, поместив результат в другой контейнер. При этом структура контейнера, порядок элементов и их количество не меняются. Мы берем первый элемент, обрабатываем функции, получаем некоторое значение, помещаем его в голову второго контейнера, берем следующий элемент, обрабатываем ту же самую функцию, помещаем его в голову этого второго контейнера и так далее. Для того, чтобы выполнить такую работу, в Haskell имеется функция высшего порядка, которая называется map. Функция высшего порядка map принимает произвольную функцию в качестве первого аргумента. В качестве второго аргумента она принимает список. Возвращаемым значением служит тоже список, имеющий ту же самую длину, то же самое количество элементов, но другого типа. Давайте взглянем на то, как функция map определена и как она работает. Сначала посмотрим, например, работы этой функции. Вот здесь в интерпретаторе у меня набрана функция map, которая принимает в качестве первого аргумента функцию из целочисленного типа в целочисленный тип, функцию плюс 10, которая добавляет десятку. Контейнер у меня представляет собой список из элементов 1, 2, 3 и 5. Запуская эту функцию, мы получаем, что к каждому элементу этого списка была применена функция плюс 10. И, соответственно, элементы списка у меня увеличились на 10. Я мог бы, например, написать другую функцию, скажем, возведение в квадрат. Тогда элементы списка у меня возвелись бы в квадрат. Еще раз. Структура контейнера не меняется, список содержит то же самое количество элементов. А вот тип измениться может. Ну, скажем, мы можем, например, написать следующее. Map length. Это функция вычисления длины списка, поэтому у меня теперь список должен состоять из списка списков. Ну и давайте мы здесь напишем три строки. Вот в результате мы получаем длину после того, как мы отобразили с помощью мэпа функцию length на этот список. Мы применили функцию length к каждому элементу этого списка, получив здесь двойку длину первой строчки, здесь тройку длину второй строчки, ну и здесь длину третьей строчки, это семерка. Как же функция map реализована? Во-первых, она принимает уже не предикат, как в прошлых примерах, а некоторую произвольную функцию. Такая запись, а стрелочка B в Haskell, как мы знаем, означает произвольную функцию. Единственная ситуация, которая не покрывается таким случаем, это функция нуля аргументов. Функции одного, двух, трех аргументов подходят сюда, просто потому что у нас функции одного аргумента подходят непосредственно, а функции двух аргументов в Haskell мы можем смотреть как на функцию одного аргумента, возвращающего в качестве b функцию. То есть это действительно самое общее описание функционального стрелочного типа. В качестве исходного списка у нас служит список значений типа A, такой же, как у аргумента этой функции. В качестве списка, который является возвращаемым значением функции map, служит список типа B. Тип B — это тип возвращаемого значения функции, которая является параметром нашего map. Поскольку структура контейнера не должна меняться, мы должны на пустом списке, безусловно, вернуть пустой список. При этом функция не важна. В случае же, когда map у нас вызывается на непустом списке, мы делаем совершенно естественное, знакомое нам действие. Мы берем голову этого списка, применяем функцию f к голове этого списка. Если x у нас имел тип A, то вот это выражение теперь имеет тип B. И добавляем результат этого применения в голову списка, который получается вызовом нашей функции map, с тем же самым параметром функциональным f на хвосте списка xs. Следующей полезной функцией над списками служит функция конкатенации двух списков. Хотя это не функция высшего порядка, тем не менее она понадобится нам в дальнейших, и сейчас самое время упомянуть ее. Это тоже библиотечная функция. У нас имелась функция конкатенации двух списков, которую мы записывали как оператор plus-plus. Функция concat обобщает идею конкатенации с двух списков на произвольное количество списков. У нас есть список списков,
И наша задача получить список значений типа А. Каким образом? Конкатенировав внутренний список, то есть сцепив все внутренние списки, а это списки значений типа А, оператором плюс-плюс. Мы делаем это стандартным образом. Мы говорим, что если у нас исходный список пустой, то, конечно же, результирующий список тоже будет пустой, это терминирующие условия рекурсии. А если исходный список у нас не пустой, то тогда мы снимаем внешний список и разбираем его. У нас внутри элементами внешнего списка служит список, списки. Поэтому вот это вот первый элемент нашего внутреннего списка. А вот это вот хвост нашего внутреннего списка, то есть вот это вот выражение имеет тип список значений типа А, а это выражение имеет тот же тип, что и аргумент, список списков значений типа А. Поскольку это у нас список значений типа А, то мы можем к этому списку применить оператор плюс-плюс, взять первый элемент и добавить к нему, конкатенировать список, получающийся вызовом той же самой функции concat рекурсивно над хвостом нашего списка. Таким образом, у нас рекурсия при раскрытии, при подстановке раскрывается в цепочку, все внутренние списки сцепляются оператором плюс-плюс, и мы получаем функцию конкатенации. Ну, давайте приведем пример, как работает конкатенация. Вот перед нами результат конкатенации списка списков, ну, в данном случае это строки. У нас 4 строки: hello — строка, строка из одного символа — пробел, world — строка, и, наконец, восклицательный знак — тоже строка из одного символа. После вызова concat все внутренние строки сцепляются оператором плюс-плюс, и мы получаем известное предложение hello world. Полезные функции, объединяющие идеи функции map и функции concat, служит функция, которая зовется concatMap. Функция concatMap работает следующим образом. Она принимает в качестве аргумента некоторую функцию. Но эта функция не совсем общего вида. Это функция, которая принимает некоторое произвольное тип А, а возвращает список значений произвольного типа B. После этого, в качестве второго аргумента, нефункционального, к функции concatMap передается список. Наконец, результатом служит список значений типа B. Давайте посмотрим, как функция concatMap определена. Фактически она определена как композиция функции concat и функции map f. Здесь у нас один аргумент опущен. Мы могли бы записать здесь, и возможно это будет полезно для понимания, дополнительный аргумент xs. Здесь у нас записано все в бесточечном стиле. Мы можем здесь написать xs и заменить композицию функции на определение оператора композиции. То есть вот альтернативный способ записи функции concatMap. А как функция concatMap работает? Первое, что она делает, она берет список xs значений типа A и отображает map, функцию f, на этот список. Что у нас получается в результате? В результате у нас должен получиться список, в соответствии с типом функции map, должен получиться список вот этих вот элементов. Но это значит, что у нас получается список списков. То есть для каждого элемента A наша функция map порождает список значений типа B. И в результате у нас этот вызов возвращает нам список списков B. Но дальше мы можем этот список списков с помощью функции concat сконкатенировать и получить просто список значений типа B. Вот такая функция concatMap иногда полезна для некоторых целей. Ну, давайте приведем пример функции concatMap, как мы ее можем использовать. Вот перед вами пример вызова функции concatMap. Мы в качестве первого аргумента должна передаваться некоторая функция, которая принимает какое-то значение, возвращает список. Я конструирую такую функцию на лету. Я говорю, она принимает некоторое значение x произвольное, а возвращает список из трех значений x, x, x. Это как раз подходит по типу к первому аргументу функции concatMap. В качестве второго аргумента я могу передать произвольный список, но я здесь передаю строку a, b, c, d. Что делает функция concatMap? Она должна взять каждый элемент, применить к нему вот эту вот функцию, то есть
сконструировать для каждого символа из нашей строки строку, состоящую из трехкратно повторяющего соответствующего символа. В итоге функция map, если бы здесь не было конката, сделает следующее: у нас получится строка из список строк, состоящих из повторения, трехкратного повторения каждого из этих символов. Ну и наконец, конкатенация сцепляет этот список в единую строку, возвращая нам результат по типу, совпадающий с исходным типом. Фактически у нас здесь A и B, в нашем примере это один и тот же тип char.